Сегодня в России был дан старт месяцу Победы во всех школах страны. К масштабной акции Миноборнауки, приуроченной к 70-й годовщине Великой Победы, присоединилась Орловская область. Одной из школ, где проводился урок Победы, стала гимназия номер 39. Своими воспоминаниями со школьниками поделился ветеран войны, участник парада на Красной площади Иван Федорович Сорокин. Чувство гордости за советскую власть, за Советскую Республику, что мы победили, на то, что вначале нам было очень тяжело. В свою очередь, школьники рассказали о событиях Великой Отечественной войны на примере собственных семей. Мой дед был командиром артиллерии. Мой прадедушка был танкистом. Погиб в танке. Мне бабушка очень много рассказывала. Когда война началась, ей было всего 5 лет. Она жила в Брянске, но в Брянске было не так страшно, пожалуй, как, может быть, в Орле. Такие уроки патриотизма пройдут в школах всей области. Кроме того, ребятам предложат принять участие в акциях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Олимпиада пройдет, посвященная Дню Победы в мае в нашем регионе по инициативе областного совета. И вы знаете, акции, посвященные помощи ветеранам, посвященные поддержанию в хорошем состоянии воинских захоронений.